В прошлом году было 80 с чем-то, в этом году 150. Средние подзвонные они левой рукой берутся, а два больших вот колокола ногой. Самый большой почти 2 тонны, то есть 948 килограмм, а самый маленький 4 килограмма. Сколько? 2 тонны? Да, почти. 1948. А, вот это, понятно, да. А вот маленький 4 килограмма. Здесь их 12. Угу. Ну, отливали, так сказать, собирали на колокола всем миром. Патриарх Алексей II осветил здесь возле храма 21 сентября 2005 года. Но на колокольню они попали лишь через год. В 2006 году наш храм обрел свой голос. А, значит, в 11 начали, да, и в 2 закончили. 3 часа. Да, 3-3,5 часа. Вот эта древняя-древняя балка, да, получается? Да. Укрепили, да, сейчас? То есть одно из первых, получается. Да. Ну, это вот конец 19-го столетия. А храмы, вот колокольни, вернее, стены колокольни, они тоже родные, если с внешней стороны покрашены, то здесь, видите, родные. Ну, вычинку кирпича кое-где делали, но уже он требует, чтобы занялись, конечно, ремонтом. Рассыпается кирпич. Хотя вот этому раствору известком ничего. Ничего не было. Даже его и молоток не берет. Кирпич рассыпается. О, так раствор еще крепче, чем кирпич. Да, крепче. Он на яйцах местных курочек. Вот так-то. Да. Сделан, да? Да. Это значит, если есть яйца местных курочек, они станут крепче. Так сколько яиц надо, да? Ну, конечно же, сейчас мало домов. А так, вообще, начало 20-го столетия, 500 дворов монастырь еще только начали. Каждый там принес, да, десяток, второй там через неделю еще десяток. Состав раствора вам неизвестен? Сколько, допустим, вот добавляли яиц на литр вода? Нет, неизвестен. Там известковый раствор, а сколько чего? Угу. Останется. Ну, я думаю, что может это и не так. Тайна. Я считал раскрывать кому-то что-то, там конкуренция не в плохом, а в хорошем. Что он должен достичь, он же всю жизнь строит все здесь. И может жить возле колокольни, как я слышу. И в этом выборе это со Сноубором, ну, под Питером, знаете, да, там город. И там есть еще Копорье. Это древняя шведская какая-то крепость, ты первый взял. И строитель главный, он никак не мог вот этот мост, как построит, он падает, построит, падает. Mm-hmm. Так это страшненько, я говорю, что ему сказали. Уже минута осталась. Ну, тут второй фонарь или нет? Не знаю, да? Мы можем здесь поприсутствовать? Конечно, да? Пожалуйста. Только встаньте по стеночкам. По стеночкам. Где лучше будет, чтобы по стеночкам? Не под колоколами, а по стенам. Стеночка.
Считается, что вся отрицательная энергия уходит во время колокольного звона. Надеемся, что вы с положительной энергией с колокольного поедете. Да, да, спасибо большое. Спасибо. Ну вот тут еще побудьте, да? Нет, мы сходим. Сходите? Сейчас до конца я дожду. Еще... У меня контузия как раз, мне вот именно для контузии очень полезно. Ну, многие каждый год люди одни и те же приезжают сюда под колокольный звон, и они находят ноты для своей души, которые, наверное, им нужны в данный момент. Большое. Благодарим вас. Во славу Божию. Всего доброго. Приезжайте Всего доброго. К нам еще. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам огромное. Третий фестиваль я буду именно с Принесвами, который мы будем делать. Принесвами Аграника, теоретического аппарата полностью. Именно фонет, как бы, именно то, что показано. Понимаете? Вместе живете красиво, просто. Это не поверите, да. Вот думаешь, куда че? Я даже дал интервью сейчас. Думаю, куда че ехать? Надо ехать сюда. Куда? Какие за бугори? Какие за бугори? Это вот он. Мы там сидели, не могли оторваться, между прочим. На скамеечке в часу. А, да там вообще захватывает дух. Да. Ну, там еще и могильник средневековый рядышком. Он находится, могильник, под домами, под жилыми и дворовыми постройками. То, что он второй половины 13-14 век точно, но доказать, что он именно с Куликовской битвы, это еще, конечно, предстоит. А местные, местные жители, да, они как... К этому относятся немножко? Ну, жить надо, да, да, поселились здесь, там, на дома. Ну, а потом культурный слой, там, он уже большой, сколько там, 3 метра или 4. А это как отливают колокол вот это, да? Да, это вот на Московском заводе сил. Отливались колокола для нашего храма. Сплав олова имеет 80% меди, 20% олова. Колокол отдельная глаза. 20 олова и 80 меди. А серебряные колокола? Потому что именно они дают вот этот звук, такой мелодичный, красивый. Вы хотите снимать, как я вас слушаю? Снимайте. Пошлите, пошлите с нами. Благодарим вас. Благодарим вас. А, свечечку поставь. Давайте, давайте, конечно. Всего доброго. Приезжайте к нам. Фотографироваться будете? Синодик это что такое? Синодик это поминальный синодик. Угу. Поучиться на звонарей. Ага. Ну, мужчин у нас как-то не заявили желания. Угу. Ну, а в основном коллектив женский. Угу. Выбора делать не приходит. Люди знали, что литургия началась. А уже где-то часам там к 10, ну, к половине 10, вот так, если служба начиналась в 8, 12 ударов, самый важный момент службы. Евхаристический канон, 12 ударов большой колокол.